Какую удочку выбрать для рыбалки? Чем спиннинг отличается от матчевой удочки? Ответы на все эти вопросы получили участники встречи в Химках. В округе состоялся мастер-класс по рыбалке. Провел встречу рыболов-любитель Александр Пилипенко. На эту удочку ловят на близком расстоянии. То есть это примерно где-то до 20 метров. Мастер-классы в Химках проходят уже на протяжении полугода. Любой житель округа может найти для себя интересную встречу, посетить ее и принять самое активное участие. Расписание и информацию о мастер-классе можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», а также в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadamhimki.ru.